Вы знаете, какая приятная штука компьютерная графика? Когда-то создал для одного человека, он уехал, а теперь здесь их несколько. Хотите понять? Да обращайтесь. И Орион здесь, и Стройуралопт. Кстати, мы вам показываем, как туда приехать. По Советской, до вокзальной и поворот на рынок на автомобилистов. А здесь понять-то надо. В свое-то время это был как совокупное место работы строителей. Так вот, строителей здесь не остался, но остался Стройуралопт. И теперь по сути. По сути, ничего не поменялось, цены практически те же и остались. И по сути, если вы работаете со Стройуралоптом, вы занимаетесь строительством. Строительство становится дешевенькое, потому что я так понимаю, что вы такой же, как и я, человек, у которого руки в нормальном месте. И я для себя бы тоже купил бы вот такую струбцинку. Во-первых, это очень полезная штука. Вот. Во-вторых, если... И она, кстати, очень хорошо работает для автомобилистов. Представляете, да? Суппорта сняли, а затянуть-то нечем. Вот потихонечку, потихонечку, потихонечку плавненько затягивайте. Вот. Все то, что есть, это для вас. И все то, что нет, вам привезут. Причем, если чего-то нет, то привезут ровно через сутки. А как вы хотите? Дешевый результат и опаться. Я, конечно, понимаю мужиков, это у них в крови. Просто не надо бухать и курить, просто надо строить. И вы потом будете всем говорить, что это строил я. Да, оказывается, не сутки, через 2 часа привезут. Вот. Про то же самое. Помните, да, мы говорили про электроинструмент. Вы приносите свой старый инструмент, получаете 7% скидку. Вот, возникает дивный вопрос. Если у вас много инструментов, по-человечески скажу, несколько раз принесите и купите себе новый инструмент. Вот. А не так, что пришли и говорите, вот столько много, дайте мне 35% скидку. Нет, такого не получается. Но по сути, из того, что у вас есть, вы можете себе взять абсолютно новые вещи со замечательной скидкой. То есть принесли старое, получили новое. И каков результат? Ну, тот, кто не понял, скажу. Компьютерная графика еще и в конце будет. Теперь про то, как приехать сюда, синхрон, снаружи. И чтоб понятно было и как это найти. Я в начале сюжета и в конце вам показываю компьютерную графику. А в центре сюжета я вышел на улицу, чтобы вы поняли, куда доехать. Это торговые ряды на автомобилистов. Вот в углу берете павильончик 50 и 49 и сюда приходите, потому что здесь все не просто дешево, а здесь супер и все это для вас. Теперь про инструменты. Их много, цены мизерные. Никакого кризиса в природе нет. Там, где ценники крутые, да бросьте вы их. В России, по сути, восстанавливается легкая промышленность. А то, что делается из металла, так вот, с металлом все и производится. И, естественно, мы не только топливная страна. С нашим населением у нас и металла, знаете, сколько хватает. Я своей супруге как-то объясняю, девушка. Понимаешь, евроремонт, он должен быть один, ну, два. Вот, но не получается. Потому что такие вещи случаются. Вот. И придется делать евроремонт. Ну, по сути, что такое евроремонт? Вы покупаете нормальные материалы и делаете. Главное понять, как это все делается. Вот. Мы стоим рядышком с Ротбантом, 30-килограммовая. Все прекрасно понимают, все, кто занимался. Вот. Возникает вопрос, где подешевле? Так вот, дешевле, чем в Стройуралопте, вы не найдете. 400 рублей, халява! Так вот и есть, кризисные цены у кризисных товарищей. Здесь такого нет. И по сути не будет. Здесь работа для мужиков и правильных женщин. Но почему вам каждый день не поработать пару часиков дома? Что, лень и скука? Но это ваши проблемы, и это не есть суть Советского Союза. Мы и дома работали, и часто перегоняли других. Помнится, про пену мы вам рассказывали. Вот, насчет самой дешевой цены. Она чуть-чуть поменьше, 115 рублей. Чуть-чуть побольше, 148. Возьмете больше, получаете скидку. Кроме всего прочего, магазин Стройуралопт занимается еще и полимерными красками. Вот, в большом количестве. Красьте себе все, что хотите, на здоровье. Вот такая крутизна. Если вы ленивы, то по сути вам ТНТ и СТС. Мы понимаем разницу, как экономить, и знаем место. Стройуралопт, угловой павильон рынка на автомобилистов. Мимо не пройти. И вот сама дорога, как сюда приехать. Северо-запад города. Место в реальности низких цен. Но цен дешевле Стройуралопта просто нет. Есть, конечно, крендели строящиеся, но по сути для каждого из нас другой такой составляющей вы не найдете.